Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Биткоин у нас снова переписывает исторические максимумы, что не может не радовать. Как мы видим из Coin 360, что за сегодняшний день у нас в плюсе только биток, ну и также некоторые альткоины. При этом эфир, Ripple, BNB, DOT, ADA, EOS, многие альткоины в минусах, в незначительных. Ну как, Ripple в минус 20, как бы, но у него плюс 50 вчера было, так что это тоже норм. Ripple сейчас без плеч ходит, как с плечами. Lighthawk только вот плюс 6,2. Очень хорошо пошел Lighthawk к нашим целям. Вот 12 декабря делал пост, когда Lighthawk стоил $78 и говорил, что вот, смотрю на него и вижу следующие цели пробития вот этого сопротивления и дальше по плану. Ну и вот мы видим, что Lighthawk начал отрабатывать. Ближайшее сопротивление у нас в районе 155, как я и писал, так мы и идем. Так что не финансовый совет, дисклеймер, но походу Lighthawk идет по вот такому вот плану. И кто еще не успел впрыгнуть в Lighthawk, не переживайте. Также мы видим, что зеленый Dash, но он зеленый тоже буквально на 1%. И реально хороший фундаментал по нему, если вы смотрите мои ролики, вы в курсе. Ну вот, во-первых, хешрейт Dash, взгляните, как он растет все это время. И также количество активных адресов, транзакций тоже все время растут. То есть фундаментал очень хороший у него. И цена, ну, явно просто отстает сейчас от фундаментала. И глобально в очень перепроданном мы находимся состоянии, посмотрите. На недельном таймфрейме по Dash у нас RSI в перепроданности просто в жесткой находится. И уже второй раз, то есть сейчас намечается отскок недельный по RSI. И вот мы находимся на значениях, на которых торговались последний раз в 2014 году к биткоину. Ниже 500 тысяч сатоши. При том, что средняя цена Dash у нас получается в таком раскладе где-то вот здесь на 2 миллиона сатоши. И к доллару, вот он сейчас, я уверен, что повторит историю с лайткоином. Видите, он уже пошел здесь зеленеть на недельных хайках. На наших свечках. Так что по Dash'у ждите 200, 300, 500, 600 там и переписывание all-time high в перспективе. Вот. Что касается биткоина и его доминации. Мы видим, что доминация прет наверх без остановки. Но в какой-то момент все-таки эта остановка будет, мы же с вами понимаем, и разворот. И у нас ближайшее сопротивление вот здесь на уровне 73%. И смотрим внимательно за вот этим вот уровнем, так же, как и вот за этим, на самом деле, от которого мы отваливались вот здесь. Потому что мы можем как минимум увидеть что-то вот такое, даже если перед продолжением следующего роста доминации. Можем, конечно, и сразу его пробить, но можем также и сделать вот так. Поэтому сейчас очень интересная развилка для альткоинов. Вот, но мы с вами смотрим только перепроданные, недокупленные альткоины. С Ripple'ом сейчас, конечно, немного другая ситуация. Ripple сейчас очень спекулятивно. И вот я вчера нарисовал трендовую, когда мы вот здесь отскочили к биткоину по Ripple. Вроде мы ее сейчас удерживаем, немножко под нее провалились, вот как я тут рисовал в Телеграме. И по моему плану все-таки сейчас пойдет отскок. Но это очень спекулятивная история, поэтому в Ripple аккуратнее, если лезете, лучше вообще без плеч. Ну, а глобально, что, биток у нас переписывает хаи, доминация прет, как мы видим. И идем мы точно по отработке модели Stock to Flow, собственно, которая вот предсказывает нам среднюю цену биткоина в следующем году и в 2022 году в 100 тысяч долларов. Соответственно, мы можем пройти еще и выше в какой-то момент, и потом вернуться чуть ниже, консолидироваться, как это было в прошлые циклы, вот здесь и вот здесь. Вот, глядя на вертикальные объемы по битку, мы видим, что у нас вообще здесь никакого сопротивления нет, потому что мы никогда не торговались еще в этих значениях. Соответственно, сейчас все в плюсе, поэтому в какой-то момент, конечно же, нужно остерегаться коррекции, причем сильной коррекции. Мы можем, как и от нынешних уровней, пойти в коррекцию. Если сильную на недельном таймфрейме, то куда-нибудь вот сюда, до сетки скользящих, которая подтянется пока к этому моменту. И это все равно будет нормальный бычий сценарий. Но возможно, что мы сейчас, перед тем, как это сделать, все-таки покажем еще один заброс наверх, потому что по Stock to Flow мы должны сейчас сильно прыгнуть наверх и уже никогда не вернуться к этим значениям. Если мы вот так сделаем, то последующая коррекция после этого, если мы сейчас куда-нибудь на 30 тысяч улетим, уже, скорее всего, мы не опустимся до all-time high. Ну, хотя да, в крайнем случае мы, может, опустимся еще до all-time high, и сетка тоже уже туда подтянется. Возможно, что-то такое мы увидим, и потом только уже полетим еще сильнее наверх, потому что вот здесь никто не будет верить, все продадут, когда мы пойдем опять резко вниз на 30-40%. Так что да, давайте будем посмотреть. И очень интересная сейчас развилка. Но я практически уверен, что когда биток начнет корректироваться или идти в бок, то мы увидим хороший альт-сезон, как минимум в краткосрочной перспективе. Возможно, это будет ближе к весне, не знаю. В общем, да, вот так вот я это все вижу. Напишите в комментариях, как видите вы. И, ребятушки, биржа Dudex делает просто офигительный новогодний подгон. Дарит вам 100% скидку
на все комиссии. Это очень-очень круто. Они дают вам возможность до 31 декабря включительно попробовать торговать всеми парами с нулевыми комиссиями, то есть абсолютно с нулевыми комиссиями. Биржа очень классная. Также у нас действуют с ними дополнительные депозитные бонусы, которые сейчас вы видите на экране, если вы регистрируетесь по нашей ссылке из описания. Обязательно регистрируйтесь по ней. И вот тут все написано. 0% комиссии на торговлю Link USDT – это постоянно у них. И бонусы до $300 к депозиту. Вот здесь тоже все написано. На USDT относительно на небольшие депозиты. Вот тоже небольшие, но приятные бонусы. Ну и также вот можно получить $100 на 1500 USDT или $200 на 4000 USDT. Поэтому обязательно регистрируйтесь по этой ссылке. И также крутая фишка, что вот, видите, посмотрите сюда, все репломаны XRP USDT. Тоже zero fees, как и Chainlink. Coming soon. То есть на днях они добавят торговлю риплом с нулевыми комиссиями пожизненно. То есть вот это, то, что они вам сейчас дают биток и эфир торговать, это кончится 1 января. То есть это сейчас отличная тема, чтобы попробовать биржу. Реально, вы очень много экономите средств на рыночных ордерах. Ну, сами представьте, можете входить и выходить по рынку без комиссии. Посмотрите обзор на эту биржу. Я делал его недавно. Сейчас он появится у вас сверху. Как раз про торговлю без комиссии. А Chainlink и риплом эта акция останется пожизненно. То есть нулевые комиссии всегда. Соответственно, если вы торгуете линком и риплом, вы просто обязательно должны это делать на бирже Dudex. Здесь, кроме всего прочего, еще самые низкие комиссии на вывод. Так что, пожалуйста, ознакомьтесь, вся инфа в закрепе, и не упустите эту возможность. Да, еще, друзья, меня часто спрашивают в Телеграме, в комментариях, как правильно, где купить биткоины, где, как продать, как вывести на карту, как завести с карты. Короче говоря, вот, обменник, которым я сам пользуюсь уже больше 5 лет, и всем вам рекомендую. Обменник называется FastChange, ссылка тоже в описании. Обменник офигенный, курс здесь, как правило, всегда лучше, чем курсы на самих биржах, если вы с карт покупаете. Причем здесь очень много направлений альткоинов, то есть вы можете выводить или покупать не обязательно биткоин. Можете покупать эфир, Monero, Stellar, тот же Ripple, Cardano, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Zcash. В общем, все ваши любимые монеты, даже Dogecoin вы можете здесь покупать и продавать. Все банки, интернет-банки России, Украины, Казахстана, СНГ, все здесь. Вот даже РНКБ. Короче говоря, ознакомьтесь, просто выбирайте направление, что вы отдаете, что вы покупаете. И обменник работает очень быстро. Здесь служба поддержки офигительная. Вот чат, если что-то вдруг не так, они сразу же выходят на связь, все возвращают. И мы один раз случайно отправили в 5 раз больше туда денег, написали им, они нам тут же вернули их обратно. Так что все нормально, пользуйтесь на здоровье. Пользуюсь сам, проверено, не скам, работает отлично, всем рекомендую. Ну и также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, если вам нравится криптоконтент. Также подпишитесь на бэкап канал, у нас здесь вот в рекомендуемых каналах есть другой канал CryptoCommons, как видите, там всего 115 подписчиков. Это английский канал, но на нем сейчас не ведется контент, он пока работает в качестве бэкап канала, то есть если вдруг что-то случится с этим каналом, по ошибке YouTube или еще чего-то, то сразу туда будут поститься видосы. Так что подпишитесь на него обязательно. Ну и вот тут еще два канала. Это The Moon.ru, это наш канал с Карлом. Если вы еще не подписаны, обязательно тоже зацените. И вот этот I Think So, это наш музыкальный канал. Кому интересно наше творчество вне криптомира, тоже перейдите, зацените. Там недавно вышел новый клипчик. Можете его посмотреть. Для удобства сейчас он появится у вас сверху. Ну и вот, собственно, да. И хотел сказать еще такую вещь, что в любом случае скоро нас ждет коррекция, поэтому сильно не плечуйте, много не торгуйте. Нужно обязательно еще отвлекаться от трейдинга и заниматься чем-то другим. Если у вас есть другая работа, это замечательно. И не думайте, что вот сейчас, как многие пишут в чатах, что типа я буду только трейдить и делать там из серии там 10% в день, там вот это все, или там даже 2% в день. В трейдинге не бывает стабильности. Поэтому лучше торговать реже, но когда вы точно видите нужную точку входа, собственно, поэтому я и занимаюсь музыкой, и многие другие трейдеры тоже занимаются чем-то еще. И вам рекомендую делать так же. Меньше сделок, больше профит. Это 100%, я вам говорю. Даже 10 000%. Короче говоря, вот такие вот дела. На этом видео заканчивается. Спасибо, что смотрели. Поставили лайк, написали комментарий. Добавились в Телеграм. Вроде все идет по плану. С вами был Флалала, Ака Грини Джо. Это канал Crypto Commons. Всем профитных сделок. На связи, пока.